тут пошла новогодняя музыка. Всем белка, с вами Катя Бельчик, и до Нового года осталось меньше 2 недель. А это значит, что самое время задуматься о подарках. Я придумала несколько идей, как сделать интересные подарки своими руками, и хочу поделиться ими с вами. Я решила не перегружать вас и не делать долгое длинное видео, а буду выпускать в течение недели короткие ролики, в каждом из которых вы сможете найти что-то интересное. В своем инстаграме я уже выложила маленький спойлер того, что будет в следующем ролике, но пока давайте приступим к просмотру первого DIY. И сегодня мы с вами сделаем необычные елочные игрушки. Для этого нам понадобятся акриловые краски, деревянные спилы, которые я нашла в отделе флористики в Леонардо, кисточки и также кисточка-спонжик. Ну, не расстраивайтесь, если у вас таковой нет, просто возьмите обычную губку для посуды, она даст тот же эффект. Для основы я выбрала белый снежный цвет, и его я наношу по всей поверхности деревяшки своей кисточкой-спонжем. Затем мы с вами будем делать красивый мятный градиент. Для этого берем акриловую краску мятного цвета и аккуратными легкими движениями наносим его губкой. Теперь выбираем персонажей, которых будем рисовать на наших игрушках. Я выбрала медведя и панду по мотивам ежедневника. Нанесла легким слоем эскиз, а затем раскрасила аккуратненько акриловыми красками. И теперь делаем контур. Вы можете выбрать гелевую ручку, линер, маркер, чем удобно. Также, если вдруг он начал немного плохо писать, то просто возьмите тонкую кисть и прорисуйте черной краской. А затем добавим немного интересных деталей и сделаем мятные аккуратные снежинки. А теперь сделаем крепление для нашей елочной игрушки. Я сделала упрощенный вариант, для которого нам понадобится только кусочек крафтовой веревки и хороший скотч. И чтобы его закрыть, возьмем красивую ленточку и заклеим. Вот что у нас получилось, необычные елочные игрушки, которые вы можете подарить своим близким и друзьям, либо украсить свою комнату.